Запомните, ведите себя спокойно, естественно. Все хорошо, царица? Конечно. А мы кто? Говорить буду я. Без официальных бумаг прохода нет. Я намарх Гелиополя. Со мной филакиты. Наши купцы шлют дары. Пусть идут. Проводите их. За мной. Сюда. Наш император высоко ценит гостеприимство. Надеюсь, наш фараон устроил вам радушный прием. Празднования не будет, пока союз не скреплен. Фараон и визирь любезно предоставили нам этот дворец. Однако не могу обещать, что император уделит вам время. Мы понимаем. Он очень занят. Мы терпеливы. Думаешь, со всеми справимся? Конечно. Наши боги лучше, чем их. Мы уже на месте? Спокойствие, легионер! Мы слуги фараона Птолемея XIII. Мы прибыли с востока. С подношением императору. Проходите. Что за дары? Хотите, помогу вам донести ковер? Нет, что вы, не утруждайтесь. Пусть будет у филакитов. Они свое дело знают. В сторону, легионеры! Дело государственной важности! Кто ты? С виду возница с ипподрома. Ха. Ну да. Причем неплохой. Воин из Сивы. Прошу, нам сюда. Спокойствие, легионер. Мы останемся во дворце, пока не уладим все дела. Мои владения в вашем распоряжении. Рано или поздно Помпей должен был погибнуть. Помпей был врагом Цезаря. Но прежде другом. Впрочем, ты прав. Поговорим о нашем союзе. В чем дело? О, великий Цезарь, прими дар от царицы Клеопатры. Кого? Это не дар. Они служат моей сестре. Это обман. Вместо посла Клеопатра шлет мне ковер? Интересно, как вы все оказались в моем дворце? Стража! Убить предателей! Мой гадкий братец погубил такое вино и мое царство в придачу. Царица, ты столь же храбра, сколь и красива. Флавий, прошу. Я готова предложить тебе союз иного рода. Брачный. Я стану твоей женой. Если поддержишь мою сестру, я уничтожу всех римлян в Александрии! Довольно громких слов, братишка. Прочь, все. Я пошлю за вами, когда мы закончим. Мне нужно будет выслушать обе стороны. Патин и Септимий ушли. Упустили. Не время думать о мести. Клеопатра займет престол. Получит всю власть. Лишь тогда мы сможем действовать изнутри. Порвать их сети. Уже скоро старания царицы окупятся. Продолжим эту беседу завтра. Вы показали, чего стоите.
Дело Меджаев живет. Айя, славно, что ты здесь. Великий Цезарь благоволит нам. Славно, царица. Скоро трон будет твоим. Да, да. У меня есть одна просьба. Цезарь, он достоин посетить гробницу создателя этого государства, Александра Великого. Хотите порадовать будущего мужа? Но путь туда закрыт. Да, но по воле Геи, а не местных государственных мужей. Давно, во времена правления моего отца, вход завалило во время землетрясения. Ты знаешь город, не найдется ли какого-то иного способа попасть внутрь гробницы? Разве что туннель. Тайный проход под землей? Скорее, какой-нибудь случайный пролом в системе каналов, тех, что тянутся прямо под гробницы Александра Великого. Это бы очень помогло нам, но я сомневаюсь, что что-то выйдет. Судьба потакает тем, кто рискует. Я осмотрю местность возле гробницы и найду вход. Просто отлично. Удачи, Айя. Это тупик, госпожа. Я проверю. Мало ли что. Зачем? Ты обижаешь нас. Мы все испробовали. Сомневаюсь. Странно. Эта стена не такая уж крепкая. Снизу есть другой путь. В обход! Копья сломаны. Римляне и правда все испробовали. Они были правы. Здесь никак не пройти. Землетрясение изменило структуру. Здесь теснее, чем в пещерах к западу от Сивы. Тогда мы были меньше. Пойдем через стоки. Видимо, никто не решался ступить в воды Аида. Будем первыми. Я за тобой, Айя. Thank you.
гробница. Потрясающе. Я хочу, чтобы мой саркофаг был не хуже этого. Как пожелаешь, милая. Говорят, саркофаг до краев наполнен медом. Он бережет Ка. Сомневаюсь. Обещай похоронить меня вместе с клинком. Я не хочу быть беззащитной в полях Иал. Обещаю. Взгляни на знаки снизу. Здесь речь о Сиве, о крипте и посохе, что держит Александр. Амон стоит среди деревьев. Сфера встречается с посохом. Человек царю, царь Богу. Какая сфера? Где сфера, что я тебе дал? Отдала Аполлодору. Он такое любит. Нужно впустить остальных. Я побуду здесь. Изучу рисунки на стене. Бессмертный царь. Посох царя. И знаки. Я восхищался Александром с детства. Вы с ним похожи. Я рыдал у его статуи в Риме. К 30 годам он стал правителем огромной империи. А что успел я за свои 50 лет? Боги, укажите путь! Вместе мы сможем сделать больше, чем Александр. Да. Скоро царица перестанет красоваться перед Цезарем и займется делом. У нас с ней общие цели. Верь в нее. Мой Цезарь! Наших посланников схватили у южного гарнизона Александрии. Солдаты говорят, что обстановка там враждебная. Вот как? Птолемей мстит нам? Я пошлю свою стражу. Греческих солдат вряд ли станут задерживать в городе. Дай нам этим заняться, царица. Флавий, сюда. Вот. Перед тобой, великий царь. Справиться с целым гарнизоном будет непросто. Столь радикальные меры нам ни к чему. Лучше всего действовать скрытно и нанести выверенный удар. Будешь сражаться с птолемейцами? Я хочу тебе помочь. Развяжу драку и отвлеку их. Звучит неплохо. А я пока разыщу посланников. Morias paraskevas mata tudanestin. Oh! Oi, tis meisonos afrosinos. Huh? Karineche. Oh, pede! Meno. Nunes hede. S dorogi! Дороги! Уйди! Ну! Эй, ты! Стой!
Зараза! Как бы не попасться. Еще раз, и я тебя достану. Вижу врага! Я вижу врага! Вижу врага! Тебе надо было бежать, сюда! Но теперь уже нет. Продолжай в том же духе. Сюда, братья! Ко мне! Вижу врага! Мне нужна ваша помощь! Преподал твари урок. Твой час пробил. Буду стрелять! Тревога! Предупреди Цезаря. Что с тобой случилось? Септимий, они планируют осаду порта. Хотят захватить дворец. Я не предам Цезаря! Скольких еще людей мне придется убить, прежде чем Цезарь поймет? От этого не будет пользы. У нас новый приказ. Лев повелел нам отправляться на Фарос, схватить царицу. А потом... Они ушли. Куда? Куда? Он может сообщить важное. Вот ты где! Лошадь. Он может сообщить важные сведения. Надо доставить его к Цезарю. Твой час пробил. Thank you.
Римляне, значит? Какая армия придет притеснять нас следующей? Проклятые римляне искушают судьбу. Не уйдем, пока не добьемся. Апа, Певен! Ты... Жители Александрии! Пора взяться за оружие! Птолемея на трон! Он законный правитель! Я отправляюсь в Серапиум. Теперь лишь боги могут спасти нас. Молитва. Твои люди не сдались, Цезарь. Септимий хочет загнать тебя в ловушку. Нужно спешить. Войне быть. Что ж, Флавий, отдай приказ. Испепелим этот порт. Подадим сигнал с маяка, и мои солдаты все поймут. А мы возьмем колесницу. Ава, Цезарь, будет исполнено. Царица, вы готовы пойти в бой? В разгар битвы я должна оставаться на своем троне. Я царица, и буду ей, пока меч не пронзит мое сердце. Но и тогда моя кровь будет на троне. Что ж, пусть так. Мой долг всегда быть подле вас. Итак, перейдем к важнейшей части плана. Положишь это в жаровню на маяке. Айя сопроводит меня. Что ж, начнем сражение. Айя, если найдешь моего брата, сделай так. Будет война! Наша царица взойдет на трон. Лишь ты достойна такой судьбы! Дай мне порошок. Цезарь считает всех женщин слабыми. Ты разубедишь его. Тут повсюду стража. Ramen!
Хотею бедрать! Сик, рекури от мульером, террас! Эй! Так, здесь небезопасно. Убейте ее, и побыстрее займемся делом. У нас тут римляне. Посмотрим, кто кого. Казалось, что сюда ползет скоробей. Ты одна из александрийских блудниц, которых поставляет мне орден древних? Что ж, пока сохраню тебя здесь. Таких оскорблений даже я не стыжу. Это маяк Птолемея. Пойди прочь! Света маяка достойна лишь Клеопатра. Ты одна из александрийских блудниц, которых поставляет мне орден древних? Что ж, пока сохраню тебе жизнь. Таких оскорблений даже я не стерплю. Это маяк Птолемея. Пойди прочь! Света маяка достойна лишь Клеопатра. Ты одна из александрийских блудниц, которых поставляет мне орден древних? Что ж, пока сохраню тебе жизнь. Таких оскорблений даже я не стерплю. Это маяк Птолемея. Пойди прочь! Света маяка достойна лишь Клеопатра. Oh!
Что? Великий Зевс, как ты убила капитана? Противник прорвал нашу оборону! Нет! Ждем, мне нужен сигнал. Глупец, ты отправил женщину на такое важное задание. Как мне теперь отдавать приказы? Терпение, Цезарь. Жребий брошен. Идем! Нас ждет битва! Миджай, охраняй меня! Многие не верили Майю! Это неверие стоило им жизни. Ха! Ма! Ма! С дороги! Держись! Поверну! Надеюсь, ты хорошо стреляешь, иначе нас ждет смерть! Следи за лошадьми! Я не дам спуску этим псам! Что, не любишь своих соплеменников? Предавшие свой народ недостойны зваться соплеменниками. Враг позади колесницы! Враг позади колесницы! Нас окружили! Это ненадолго. Паек, давай побыстрее! Сзади! Нас нагоняют! Враги прибывают, я слышу! Я не могу стрелять еще быстрее! Успокойся с миром! Надеюсь, ты хорошо стреляешь, иначе нас ждет смерть! Следи за лошадьми! Я не дам спуску этим псам! Что, не любишь своих соплеменников? Предавшие свой народ недостойны зваться соплеменниками! Сзади, Баек! Враг сзади! Нас окружили! Это ненадолго. Паек, давай побыстрее! О, проклятие! Сзади! Нас нагоняют! Враги прибывают, я слышу! Я не могу стрелять еще быстрее! Держись! Поверну!
Надеюсь, ты хорошо стреляешь, иначе нас ждет смерть. Следи за лошадьми. Я не дам спуску этим псам. Что, не любишь своих соплеменников? Предавшие свой народ недостойны зваться соплеменниками. Враг сзади! Сзади, Баек! Нас окружили! Это ненадолго! Баек, давай побыстрее! Кто стрелял? Сзади! Нас нагоняют! Враги прибывают, я слышу! С дороги! Держись! Поверну! Надеюсь, ты хорошо стреляешь, иначе нас ждет смерть! Следи за лошадьми! Я не дам спуску этим псам! Что, не любишь своих соплеменников? Предавшие свой народ недостойны зваться соплеменниками! Сзади, Баек! Враг сзади! Нас окружили! Это ненадолго! Баек, давай побыстрее! Продолжайте пока! Сзади! Нас нагоняют! Враги прибывают, я слышу! Я не могу стрелять еще быстрее! А это не к добру. Что такое? Надеюсь, не узнаем. Быстрее! Мы должны обогнать их. Будем биться. Приготовься, Цезарь. Тебя ждет самый трудный бой в жизни. И кто же наш враг? За нами сама смерть. Стрелы только разозлили его. Лошадей ровнее! Тогда этот слон нас растопчет, египтянин! Есть идея! Расправься уже с этой тварью! Маяк уже совсем близко! Мы можем упасть с обрыва! Бей сильнее! Держись! Поверну!
Надеюсь, ты хорошо стреляешь, иначе нас ждет смерть! Следи за лошадьми! Я не дам спуску этим псам! Что, не любишь своих соплеменников? Предавшие свой народ недостойны зваться соплеменниками! Враг позади колесницы! Сзади, Баек! Мерзавец, тебе не уйти! Нашел! Нас окружили! Это ненадолго! Баек, давай побыстрее! Стрелял! Сзади! Нас нагоняют! Враги прибывают, я слышу! Я не могу стрелять еще быстрее! Но это не к добру! Что такое? Надеюсь, не узнаем! Быстрее! Мы должны обогнать их! На куски порву! Будем биться! Приготовься, Цезарь! Тебя ждет самый трудный бой в жизни! И кто же наш враг? За нами сама смерть! Стрелы только разозлили его! Лошадей ровнее! Тогда этот слон нас растопчет, египтянин! Есть идея! Расправься уже с этой тварью! Держись! Поверну! Надеюсь, ты хорошо стреляешь, иначе нас ждет смерть! Следи за лошадьми! Я не дам спуску этим псам! Что, не любишь своих соплеменников? Предавшие свой народ недостойны зваться соплеменниками! Враг позади колесницы! Сзади, Баек! Нас окружили! Это ненадолго! Баек, давай побыстрее! Продолжай! Вот ты где! Сзади! Нас нагоняют! Враги прибывают, я слышу! Я не могу стрелять еще быстрее! Это не к добру. Что такое? Надеюсь, не узнаем. Быстрее! Мы должны обогнать их. Будем биться. Приготовься, Цезарь. Тебя ждет самый трудный бой в жизни. И кто же наш враг? За нами сама смерть. Стрелы только разозлили его. Лошадь. Надеюсь, ты хорошо стреляешь, иначе нас ждет смерть! Следи за лошадьми! Я не дам спуску этим псам! Что, не любишь своих соплеменников? Предавшие свой народ недостойны зваться соплеменниками! Сзади, Баек!
враг сзади! Нас окружили! Это ненадолго! Паек, давай побыстрее! Продолжайте погоню! Откуда? Сзади! Нас нагоняют! Враги прибывают, я слышу! Я не могу стрелять еще быстрее! А это не к добру! Что такое? Надеюсь, не узнаем. Быстрее! Мы должны обогнать их! Будем биться! Приготовься, Цезарь! Тебя ждет самый трудный бой в жизни! И кто же наш враг? За нами сама смерть! Стрелы только разозлили его! Лошадей ровнее! Тогда этот слон нас растопчет, египтянин! Есть идея! Расправься уже с этой тварью! Маяк уже совсем близко! Мы можем упасть с обрыва! Бей сильнее! Да! Флот там! А? Копий не осталось! Скорее, Маяк! О нас сложат легенды! Так, идем к кораблям! Мы герои! Меча и ума! Они идут в три строя. По словам наших лазутчиков, в бой их ведет Патин. Отвлекай солдат, Цезарь! Я убью Патина! Эд Викториам! Вы проиграли! Знаете, мерзкие свиньи! Не отступать! Мы победим их! Я готов убить каждого из вас! Вдохни запах крови, Баек! Ведь сам Марс сегодня направляет твой клинок! Не отступать! Тире версус фуэри! Конему промики! Это Югурта. Она хочет познакомиться с тобой поближе. Патин! Дуат ждет тебя! Сразись со мной! Вперед, Югурта! Бой! Боги приказали мне стереть вас с лица земли!
Ты! Ты даже хуже, чем тучи гнуса в самый жаркий день! Я хотел, чтобы ты взглянул на себя со стороны, батя. Избавь себя от унижения. Просто покинь эту битву.
Больше ты не совершишь ни одного злодеяния, Патин. Прими свою смерть. Сиви, мы допустили ошибку, и я это знал. Но мир в Египте был намного важнее. Твой мир обездолил людей. Это неизбежно. Пойми, ведь мир так устроен. Прости меня, Байек из Сивы. Что ж, Харон получит плату. Я готов вступить на путь к славе. Не надейся на славу в Египте. Проклятый евнух мертв. Что ж, мои лазутчики нашли Септимия. Он неподалеку. Я отвлеку солдат, а ты схвати его. Узнаем его планы. А что же лазутчики не узнали? Они не боги. Сказали, что Айя вышла на след фараона. Так что польза от них есть. Значит, ему от нас не сбежать. Остальное я улажу.